Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в прекрасной солнечной Турции, город Стамбул. Начинаем это видео с турецкой еды. Нам принесли супчик, перчик, чаек. Перчик, огонек, чаек, бодрячок. Также у нас вы встретились с Юрой. Всем привет. Да, это видео будет супер полезным. Это как раз видео по вашим запросам, потому что вот, ну, про что это видео? Давай расскажем. Сегодня хочу показать вам несколько вариантов. А если быть точнее, скорее всего, будет 4 варианта. Разные планировки, то есть 1+1, 2+1 и варианты до 130 тысяч долларов, которые подходят под ВНЖ. Это самое главное, да? То есть при покупке квартир, которые мы будем показывать, вы можете получить документы, на основании которых вы можете легально находиться на территории Турецкой Республики. Да, всей семьей находиться. Да, легально. Все верно. Да. То есть, опять же, отталкиваясь от планировки, то есть двое у вас человек, либо у вас детишки есть, да. Вы можете подобрать себе уже 1+1, либо 2+1. Да, и несколько вариантов у нас будет в районе скольки там, 80 тысяч долларов, да? Да, вот. Есть варианты 80 тысяч долларов. Я, ну, это сейчас вот уже по факту будем смотреть, естественно, уже будем понимать, что вам подходит, что не подходит и какие будут варианты. Да, так что давайте сейчас съедим супчик. Нам потом нам еще принесут второе, и мы будем отправляться смотреть квартиры. Смотреть квартиры. Обязательно в суп выдавливаем лимончик. Ну что, принесли нам второе. Смотрите, куриный шашлычок. Опять же, такой вот в соусе каком-то хлеб турецкий. Потом это булгур, да, вроде да, называется? Лучок, зелень. Прям вообще классно. Это как раз поможет нам набраться сил, чтобы мы показали, лучший сделали вариант. Хорошее видео. Да. Еще принесли айранчик. Вот это класс. Ну что, мы поели, будем отправляться, набрали сил. Смотрите, сейчас мы покажем квартиры до 100 тысяч долларов. Уже сказали, что вы получаете и ваша семья получает ВНЖ. И самое главное, что еще не сказал, люди говорят, нам не нужен бассейн, нам нужен минимальный айдат. Айдат будет в районе, по-моему, сколько там, 7 евро. Вот так. Да, то есть это прям минимум-минимум. Вот так. Но при этом квартиры хорошие, это новые квартиры будут. Так что отправляемся. Поехали смотреть. Да. Ну что, мы приехали в первую квартиру. Добро пожаловать. Так, хочу напомнить, район Белик-Дюзу. Это то, что подходит нас под вид на жительство. То есть полностью, если мы покупаем, переоформляем документы, плюс подарок идет вид на жительство. Самое главное, самое интересное, это цена 88 тысяч долларов. Ну и, соответственно, брутто. Это 75 квадратных метров, квартира планировкой 1+1. Так, давайте я показываю быстренько санузел. Есть. Затем, так, комната номер один. Да, это больше спальня комната. Угу. Здесь есть преимущество то, что, знаешь, Леша, наверное, ты заметил уже, квартира 1+1, но гостиная совмещена с кухней. Да-да-да. Здесь отдельная кухня, что, в принципе, очень удобно. Угу. Ну и на кухне нас ждет приятный бонус. Так, комната номер два. Ну да, и кухня. Она, эта квартира, я смотрю, получается новая, но продается как вторичка, да? Да, это и есть по факту вторичка, но здесь никто не жил никогда. Из плюсов здесь у нас уже стоит техника, вот ключ. То есть это стиральная машина, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка и, конечно же, холодильник. Здесь он есть. Здесь холодильник, есть котел, есть батареи. В Стамбуле, наверное, везде, да, батареи да, есть? Да, это стандарт, потому что у нас здесь отапливаемый регион, то есть зимой у нас не холодно, у нас всегда работают батареи, абсолютно всегда. Угу. Давай, я лежу еще из плюсов. Что у нас есть здесь? Комплекс сам по себе маленький, компактный, пятиэтажный. Самый главный плюс, что здесь есть закрытая парковка, это очень удобно. Ну и плюсом, 15 минут пешком, то есть плюс-минус пешей доступности. У нас есть станция метробус, можно сесть, добраться спокойно до центра города. Вот. И вкратце по Белик-Дюзу, это спокойный тихий район, куда можно приехать с семьей, отдохнуть, либо проживать здесь. Ну, то есть очень удобный, хороший район, и мне он очень нравится, честно сказать. Опять же, почему? 5 этажей максимум, комфортно, удобно для проживания. То есть нет таких высоток, но и здесь очень тихо в этом районе, очень.
И еще хочу добавить, что здесь стоимость ЭДАТа всего 200 лир, поскольку есть маленькая инфраструктура, то есть закрытая парковка, в принципе, и лифт в доме, поэтому 200 лир ежемесячно – это вообще копейки. Да. Давай переведем в евро. Сейчас евро у нас на момент съемки по 30. Ну, плюс-минус 30, да. Да. Пожалуйста, можно посчитать. Сейчас я вам скажу точно. Это примерно, короче, где-то 6,5 евро в месяц. Это обслуживание комплекса. Да. То есть, вывоз мусора. То да, вывоз мусора, да. Все полностью под ключ. Это вообще... Подарок себе за 88 тысяч долларов, ну, плюс есть еще скидка, Леш. Да. 87. Да, поэтому и не забывайте про волшебный турецкий чай, который, возможно, тоже еще сделает скидку. Вот такие дела. Так, ну что, едем тогда на следующий объект. Мы сейчас все быстренько-быстренько показываем. Да, потому что день насыщенный. Да. Завтра мы еще поедем в лес, будем вам показывать лес. Угу. Заодно давайте посмотрим, какой подъезд. В общем, комплекс новое, все отлично, запах отличный, не прокурено, ну, все супер. Да, это вот такая группа, то есть заходим, квартира, кстати, находится на первом этаже. Вот, здесь вот такой вот... Вот такое дизайнерское решение строительной компании. Двери входные, ну и, соответственно, пожалуйста, здесь есть лифт. Вы можете посмотреть, что комплекс новый, то есть, да, вот даже видно. Двери еще в целлофане все, как и лифт в целом, вместе вот с каким-то турком. Вот, для примера, как раз здесь у нас всего 24 квартиры. И как приходят нам квитанции домой? То есть у каждого есть свой шкафчик. Если есть охранная будка, то на охране в основном оставляют. Здесь у нас есть шкафчики для удобства. То есть, например, квартира номер 5. Пожалуйста, квартира номер 5. Оп, посмотрел. Мне с завода пришло столько-то, столько-то лир. За свет там столько-то, столько-то. То есть не надо искать где, куда, зачем. Автоматически, ежемесячно приходит государственный орган, который укладывает сюда вот чеки. Ты приходишь, получаешь, можно оплатить через банковский счет, либо пойти на отделение ПТТ, то есть почты, и оплатить там. Да. А вот коммуналка сколько будет стоить примерно? Вот свет, вода примерно? Все максимально индивидуально. Ну, слушай, да. Ну, примерно до 50 евро. Все будет обходиться, я думаю, да, не больше. То есть 50 евро свет, вода, если есть газ, это, ну, наверное, может быть, еще евро, там, 20 максимум. Ну, и айда, в зависимости от комплекса, в зависимости от инфраструктуры, например, здесь он 200, как мы уже до этого сказали, 6,5 евро. А мы едем смотреть другой объект. Ну что, мы приехали на следующий объект. Что это у нас за квартира? Это квартира планировка 2 плюс 1, также район Белик Дюзу. Все то же самое, вот, но здесь у нас уже побольше квартира. Вот, здесь у нас, в принципе, есть отдельная кухня. Также это уже большой плюс. 100 метров квадратных, стоимость 115 тысяч долларов. Вот, здесь в этой квартире есть два балкона. Дизайнер сделал здесь вот такой вот на кухне красивую штучку. Давайте, для нас. Да. Я сейчас быстро покажу, вот смотрите, прихожая, вот мы пришли, здесь уже есть шкаф. Встроенный, да. Да. Полочки, все есть. Так, потом, здесь поработали лучшие дизайнеры Стамбула. 100%. Смотрите, какой потолок. Также у нас здесь уже есть варочная поверхность, духовой шкаф и вытяжка. С кухней у нас имеется небольшой балкон. Выходим из балкона. В принципе, балкон, он такой, скажем, ну, поместится здесь сушилка. Сколько здесь? Метр здесь есть, да, получается? Я думаю, есть, да. Ну, вот шаг, если сделать, как раз метр. Метр на два, наверное. Ну, да. Так, идем дальше. Ну, вот это что? Это же, получается, просто перетягивается, если что, да? Да, да, конечно. Ничего сложного. Нужно убрать управление затем. Затем у нас идет зал. Зал, на самом деле, просторный, светлый. И в этом же зале есть еще балкон. То есть балкон застеклен, тоже большой плюс. Здесь просторно. Много освещения, на самом деле. То есть, ну, чтобы вы понимали, зал прям действительно большой. Жилой площадь, повторюсь, 115 квадратных метров. Ой, 110, извиняюсь. Проходим на застекленный балкон. Это может быть, я вам скажу, даже такой небольшой кабинетик. Кабинет, да. Да. То есть, если сделать себе шторки, закрыть, да, чтобы лишний так раз. Так люди и делают, кстати. И здесь, получается, он застеклен, и оно без проблем убирается в стороны, да? Да, это как раз вот система гармошки, то есть можно собрать все это в одну кучу, и все. Есть отдельная дверь, смотрите, вот. Ну что, уже как бы в принципе готовый такой небольшой кабинет, если вы там работаете, чтобы вам никто не мешал.
поставили себе там кальян, открыли ноутбук. На это будет спокойно. Ну, я просто вижу, что все так работают, тут кальян везде. Да, любит кальян. И две комнаты. Mm-hmm. И, разумеется, санузел. Одна из комнат такая техническая. Сегодняшний день здесь вот уже стоит стол какой-то. Mm-hmm. Вот. Ну, тоже не маленький комнат, на самом деле. Mm-hmm. Просторная, есть везде балконы. Ой, балконы, извиняюсь, окна. То есть это, опять же, плюс для нас, потому что есть освещение, естественно, в каждой комнате. Ну, да. Опять же, эту квартиру можно переделать, как вам удобно. Есть достаточно площади для того, чтобы ваша фантазия играла. Ну да, уже сразу видно, ниши идут. Вот можно шкаф сюда сделать. Сделать такой будет встроенный. Это может быть, в принципе, и детская. Тут это скорее есть детская. Да. Поменьше какому-то, а следующая комната уже побольше. Здесь больше пространства, опять же, лучше дизайнера Стамбула. Mm-hmm. Сделали вот такую изюминку. Эта комната сама по себе побольше, из нее можно просто сделать спальную комнату, да, вот, ну и, в принципе, сами видите, опять же, есть естественное освещение, ну и не забываем, что есть санузел. Санузел всего один, он общий, но его, в принципе, вполне хватает для этой квартиры. Mm-hmm. Напомню, 115 тысяч долларов квартира подходит под вид на жительство, очень удобно. Вид на жительство получает вся семья, правильно? Да, конечно. Mm-hmm. Так, это санузел. Так, ну, в принципе, мы все посмотрели здесь. Да, если есть какие-то вопросы по каждой квартире, можно задавать, пишите в комментарии. Да. Я вообще без проблем лично отвечу на каждый комментарий, который есть по квартире. Да, ну, не в комментарии лучше, а там контакты будут, Юра. И в комментарии, да, в том числе. Мы можем с вами про любые темы. Да, можете и туда написать. Да, проблем нет, будем общаться в разных мессенджерах, проблем нет. Так, что мы еще не показали? Здесь есть домофон, вот. Я так понял, здесь камера показывает, кто пришел, да? Да, если позвонили, сразу будет показана, соответственно, небольшая камера. Да. Видно людей, кто к вам пришел в гости. Так, еще раз получается, что это на 115 тысяч долларов и квадратура? 110. 110, вот. Так что мы отправляемся на следующий объект. Ну что, мы приехали в следующий объект. Добро пожаловать в квартиру. Так, еще одна квартира. Я бы хотел начать с коридора, зоны коридора, и с задней стороны как раз таки. Почему? Потому что здесь есть место под... Сейчас я покажу, да. Шкаф. То есть, если вы покупаете, например, эту квартиру, соответственно, здесь есть место, выделенное специально, то есть можно сделать конкретную гардеробную. Угу. Ну, это очень удобно. Либо же, если вот, ну, есть, как бы, да, розетка, можно поставить сюда посудомоечку, ой, стиральную машинку, сушилку. То есть, ну, очень удобно, да. Я уже посмотрел эту квартиру, она очень большая, просторная, 90 квадратных метров нетто, жилой площади. Но я думаю, что здесь, на самом деле, как будто бы побольше. Вот. В принципе, квартира пустая, без мебели, без техники, даже на кухне. Цена 130 тысяч долларов, но есть балкон. Большой, просторный, как, в принципе, и сама квартира. Давайте посмотрим ее. Так, а сколько метров ты сказал, да? 90. А, 90 метров, 130 тысяч, да? Да, все верно. Да. Так, начинаем давайте с первой комнаты. Огромная комната. Квартира сама новая, здесь никто не живет. Угу. Дальше опять переходим в коридор, потом здесь у нас санузел. Вот санузел тоже не маленький. Он один на всю квартиру. Угу. Дальше проходим. Здесь у нас кухня. С балконом. Угу. Кухня тоже, вам скажу, не маленькая. Ну, до этого мы тоже квартиры смотрели, они новые, в них, да, тоже никто не жил. Прошлая квартира, которую мы смотрели, там видно было, да, даже стол стоял, какие-то документы. Возможно, в ней проживали, но, опять же, повторюсь, по документам, эти квартиры, которые я показываю, это именно вторичный рынок. Ага. То есть, это вторичка, но они подходят под вид на жительство. Угу. Это самый главный плюс. Опять же, любую квартиру можно освежить, сделать какой-то косметический ремонт, либо полный ремонт, то есть, ну, по необходимости. Так, это балкон.
Балкон можно застеклить. Также, да, все верно. Да. Вот видно. Сделать там кабинет. Соседи, например, застеклили. Да, дальше. Опять мы вышли в коридор, и здесь у нас уже две комнаты. Так, первая комната. Везде есть батарея, центральное отопление. Потолки не низкие. Здесь, не знаю, метра, наверное, 2.5. И еще одна комната. Получается, три комнаты и кухня. За счет того, что здесь отдельная кухня, есть дополнительная комната. То есть, если бы кухня была отдельная зала, минус одна комната потерялась. Но вот здесь вот дополнительная комната, и все это очень удобно. Потому что это настолько большая кухня, что, в принципе, здесь спокойно поместится и стол, и стулья, где можно будет проводить время, да, покушать, позавтракать, поужинать, пообедать. А три комнаты, по факту, можно сделать как вам удобно. Либо кабинет, либо детская, либо спальная комната, ну, на ваше усмотрение. Ну и удобно, да, что балкон на кухне находится, можно даже здесь стол поставить. И да, здесь все поместится. Да. Проветривать, например, помещение тоже. Или сесть покушать сюда выйти тоже удобно. Ну что, мы подъехали к следующему объекту. Переместили сразу же в квартиру, планировка 1+1, 55 квадратов жилой площади. Здесь у нас как раз таки стандартная планировка гостиной, объединенная с кухней. И самое главное преимущество этой квартиры – это вид на море. Да, давайте покажу, смотрите, кухня. Здесь у нас уже есть техника Bestel. Это посудомоечная машина, духовой шкаф, бачная поверхность, вытяжка, вот, ну и, соответственно, две спецсистемы уже стоят в квартире. Угу. Вот отсюда мы идем. Самое главное, вот вид на море. Комплекс с хорошей инфраструктурой, есть детская игровая площадка. Есть открытый бассейн, есть закрытый бассейн. А также здесь есть фитнес-зал, хамам, сауна. В общем, все необходимое в этом комплексе есть. Также есть управляющая компания, также, которая находится на первом этаже. Любой вопрос, который есть по комплексу, можно обратиться. На все помогут, на все ответят. Давай посмотрим еще спальню комнату, если нет. Да. Я здесь так одним кадром снимаю, чтобы был эффект присутствия. Так, спальня. И санузел. Еще смотрите, очень удобно, вот при входе есть шкаф, уже встроенный. Эта квартира как раз таки непосредственно. Можно закрыть, замазать. То есть здесь для этого квартира это сдавалось, вот. Поэтому какие-то там, может быть, да, излишки, то есть что-то может быть подкрасить, не подкрасить. В общем, косметический ремонт в любом случае в квартире нужен будет, но в случае, если вы покупаете, косметический ремонт будет сделан. Ну что, мы посмотрим инфраструктуру, потому что до этого мы показывали квартиры без, скажем так, инфраструктуры. Да, а сейчас? Здесь есть что посмотреть, поэтому будем ее смотреть. Да, еще раз, квартира 105 квадратов, да? Нет, 55 квадратных метров жилой площади. Угу. Это нетто плюс стоимость 130 тысяч долларов. Угу. Но это не реальная цена, можно в любом случае по каждому варианту торговаться, пьем чай. Не забываем, что еще есть 1000 долларов скидка от Алексея. Поэтому как минимум 129 тысяч долларов эта цена уже для вас. Еще и холодильник можно выпросить. Конечно, чай выпьем и поговорим на эту тему. Все, идем смотреть инфраструктуру. Давайте начнем с подъезда. Да, так выглядит входная группа, несколько лифтов, соответственно, на этаже. Есть также шкафчики для того, чтобы приходила фатура, да, свет, вода. И я забыл добавить самое главное, что квартира, которую мы уже смотрели, была на 8 этаже. Давайте посмотрим теперь уже бассейн, территорию и то, что здесь есть в этом комплексе. Ну, удобно квартира, если есть маленькие дети. Если вдруг с ребенком будете, то видно площадку с квартиры. И она, видите, в такой закрытой зоне. Там есть охранник.
машины здесь не ездят. В принципе, ребенка можно смело оставлять. Ну, если ребенок уже немножко там повзрослел. Здесь у нас есть закрытый спортивный клуб. Он небольшой, но в любом случае, на самом деле, здесь все, что нужно, оно есть. И жим лежа, и для спины, и кардио сделать. Контельки есть. Ну, в общем, все здесь есть. Нам, да, тоже с видом на детскую площадку. Кстати. Да, можно заниматься, смотреть за детишками. Это очень удобно. Угу. Также мы переместили зону закрытого бассейна, то есть чистенько, красивенько. Видите, он не будет спросом, потому что есть открытый бассейн, но еще сказать, сегодня погодные условия не сильно способствуют тому, чтобы пойти поплавать. Ветрено, немножко прохладно на улице, но опять же, видите, закрытый бассейн есть, но никто не будет. Была бы у вас здесь квартира, пожалуйста, приходите, посещайте, плавайте, проблем нет. Сауна, баня есть тут? Да, есть. Mm-hmm. Что касается всего этого, на сегодняшний день именно в этом комплексе есть дни, расписанные под женскую и мужскую ну, день, да, то есть женский и мужской день. Если вы, например, приходите с семьей, надо учитывать тот факт, что здесь, например, так нельзя. Есть, например, там, понедельник женский день, там вторник, например, мужской день и так далее. Иногда здесь все делится. Опять же, надо уточнять у управляющей компании, когда какой день. На сегодня, насколько мне известно, сегодня женский день, которому сегодня мы не посмотрим на инфраструктуру. То есть закрытый бассейн можем посмотреть, но сауна, хамам здесь есть. Мы переместились в машину, потому что на улице поднялся сильный ветер, невозможно записывать. Так, здесь еще есть скрытый бассейн, да? Ой, открытый бассейн, да. Да, открытый бассейн. Какая ситуация? Мы его видели с самой квартиры. Угу. Хозяин квартиры, к огромному сожалению, забыл карточку. То есть здесь карточка доступ, и, соответственно, к огромному сожалению, он его просто забыл. И стоимость дата у нас здесь 1100 лир. Вот, это примерно 35-37 евро, ну, то есть, чтобы тоже учитывали и понимали. Да, это оплата, еще раз, то есть, это за обслуживание территории, бассейна. Все верно. Да. Хотелось бы послушать мнение людей, как вообще, как вам квартиры, как вам такие варианты, потому что варианты действительно хорошие. И что самое главное, все варианты, которые мы сейчас посмотрели, они подходят под вид на жительство. То есть, вы покупаете квартиру и спокойно можете сами находиться здесь, проживать, оформить на себя документы, изначально квартиру, потом уже документы, то есть, вид на жительство, и спокойно находиться, жить здесь в свое удовольствие. Да, а потом через сколько лет, например, гражданство можно получить? 5 лет. Процедура такая, что нужно минимально выезжать из Турции. Вот, если не ошибаюсь, 90 дней всего лишь есть, чтобы там, ну, покидать страну. Но, опять же, это не всегда работает, скажу честно, по практике. То есть, такое есть, но лучше этому не прибегать. То есть, не рассчитывать на то, что ты в любом случае получишь гражданство, потому что, как показывает практика, и мои друзья тоже так проверяют, они здесь давно уже живут, но гражданство не всем дают, далеко не всем. Так что вот такие дела. Напишите, как вам квартиры, если есть вопросы, контакты Юры будут под видео, обращайтесь. Также у компании Мир Хомс есть свой YouTube канал, тоже на него подписывайтесь. Сайт. Переходите на сайт, смотрите, там есть много вариантов. Да, вот. И нам вот говорили, когда мы смотрели квартиры, что хорошие варианты, они как бы расхватываются очень быстро. Да, все верно. То есть, если мы говорим про вторичный рынок, первичка всегда есть. То есть, строительных компаний очень много в Стамбуле, то есть, можем подобрать любой вариант под запрос. Но вот что касается вторичного рынка, сейчас мы варианты, которые смотрим, я уверен, что они разлетаются все как вот горячие пирожки, потому что, опять же, есть большие преимущества, это документы, которые вы можете получить на себя, вот, ну и в целом цена, да, то есть хорошая цена, хорошая квартира, хорошая локация всегда будет востребована на рынке недвижимости. Да, поэтому, если нужна квартира именно, скажем так, там до 100 тысяч долларов, то обращайтесь и... Пишите, обязательно будем смотреть, будем подбирать, будем предлагать вам разные варианты. Да, все, на этой прекрасной ноте заканчиваю видео, всем счастья, здоровья, всего самого хорошего, мира и всего самого лучшего. Всем пока. Пока-пока.